театре «Кукол» 29 апреля премьера для самых маленьких, спектакль «Цветные истории». Театр оперы и балета в эту субботу приглашает на концерт вокальной музыки в Доме Смышляева. 30 апреля в театре покажут сказку о царе Салтане. Театр «У моста» 1 мая приглашает на спектакль «Гранатовый браслет». О других интересных событиях в эти выходные. 29 и 30 апреля в спорткомплексе Сухарева пройдет фестиваль силовых видов спорта. Пермские богатыри поборются за титул сильнейшего и право поехать на чемпионат мира. 1 мая на стадионе «Динамо» пройдет легкоатлетическая эстафета, старт 12:00. В киноцентре «Премьер» 30 апреля и 1 мая состоится кинодемонстрация. Зрителям покажут мультфильм про Степана Кузнеца и фестивальные короткометражки «Вышеградской четверки». В парке Горького начинается летний сезон фестивалей, концертов и праздников. 1 мая всех приглашают на необычную ярмарку профессий. В парке имени Чехова в праздничный день впервые пройдет бумажное шоу. А в парке «Счастье есть» состоится выступление Пермского губернского оркестра, начало в 14:00. Велосипедная прогулка «Вело 1 мая» стартует на площади перед театром. Театром 1 мая в 14:00. Приветствуются советские флаги, пионерские трубы с воздушными шарами и одежда в стиле пионера или рабочего. Вечером 1 мая на городской эспланаде заработает театральный фонтан. Шоу-программа будет начинаться в 20:45, 21:45 и в 22:45.